Друзья, всем добрый день. Меня зовут Андрей, вы на моем канале. Это видео посвящено поездке на реку Ай, на сплав. Вот, в этом видео покажу все расходы, весь быт, весь маршрут. Взял с собой несколько камер, даже если будет дождь, то будет нам не помеха. Поэтому смотрите до конца, не переключайте. В конце видео, кстати, я расскажу полностью все расходы до копейки, практически сколько мы потратили, чтобы вы понимали, сколько этих сплавов вообще обходится помимо билетов организаторам. Ну все, погнали. Полный багажник вещей. Вот. Взяли много, как обычно, это все самое необходимое, да. Но посмотрим в реалии, что понадобится. Все расскажу. То есть, возможно, процентов 30 из этого просто везем в холостую. Там дальше видно будет. Мишаня, ты готов? Конечно, готов. А тот Мишаня готов? А тот Мишаня немножко не слышит. Почему? Немножко... Миша, ты готов? Да. Ты звезда Ютуба, ты в курсе? Да, блин. Нормально, да? Да. Отлично. А что лайк с вас? Лайк с вас. Вот это правильная мысль. В общем, мы в дороге проехали уже Миас, Карабаш, Миас. Сейчас доезжаем до Златоуста, выезжаем на М5, едем до Садки. Ну, это слово о маршруте. Кто смотрит видео на моем канале первый раз, значит, мы выезжаем из города Озерска, Челябинской области. Что у нас тут за тормоза? Едем. Время прибытия у нас 13:45 стоит по навигатору. Должны приехать в 2, вроде успеваем. Сплав назначается экстремальным. Впереди лежачий полицейский. Хотя вот дождик вроде закончился, только что шел. Туман впереди. Мы в Златоусте. Вот. Интересно, нам получится сухими из воды выйти? Ну или хотя бы, ладно, выйти, зайти хотя бы в воду сухими. Но по прогнозу не все так плохо на самом деле. Последний день обещают дождичек. Но с другой стороны, круто, что. Все, подъезжаем к повороте. К повороту. Насадку. Через 500 метров съезд. Поверните направо. Сейчас повернем. А Москва, Уфа, прямо. Такая Стелла, Садка. Я был маленький, сюда ездил. Съезд, поверните направо. Сейчас повернем. Прямо 7 километров. Впереди лежачий полицейский. Обожаю эту девку из телефона. Слева сейчас уже реку Ай будет видно. Ну, судя по навигатору, по крайней мере. Что у нас там? Так, нам прямо. Стоят, он, видишь, да? Вон тот наш будет, я тебе говорю. Какой, красненький? Красненький. Или синенький? Может красненький, может синенький. Давайте выберем. Давайте выберем красненький. Вон еще слева какая-то группа. А чем мы делаем? Чем мы ждем-то? А, нам красный. Все, поехали, поехали. Вон все, зелененький. Счастье-то какое. Угу. Ну, давай рассказывай про этот мостик. Вот, это мост через реку Ай. Провожу экскурсию по мосту. Вон наш катамаранчик стоит. Вот. Наш катамаранчик стоит. Не знаю, где, правда, парковаться. Это не заезд? Нет, точно не заезд. Крутой поворот направо, во двор, а затем повернуть направо. Вот он. Направо, еще раз направо. Крутой поворот. Очень круто. Опа. А если здесь надо машину парковать? Ну да, где-нибудь запаркуемся сейчас. Надо было слева парковать. Надо было раньше сюда ехать, чтобы место самое, скажем, занимать для парковочки, машинки, семечки. Что мы поздно приехали, да? До конца, да? Маршрута 100 метров. Так мы здесь и припаркуемся. По алкоголю. Инструктаж. Прям вот ограничено. По мусору. Весь мусор, который собирается во время сплава, мешочек, на лагере. Есть мусорные доски. У меня есть мешки с собой. Все, мы почти готовы. Вот Миша, вот он гребет. В одинокого. Капитан нашего корабля.
Вот. А что ты гребешь-то? Улевой. А мне надо гребсти, что ли? Естественно. То есть я не просто так? Все начинается. Гребсти заставляют. Ладно, погнали. Сейчас дождемся первого катамарана. А он уже все? Все, гоним. Она хочет хлебушка покушать, она здесь просто ее кормят. Миш, покормишь уточку, эти хлебушка могу дать, если ты докинешь. Только ты вещи не скидывай там одну какую-нибудь. Вот мне кажется, мы уже уплыли. Долго собирали. Ну, не заслужили. Уточки не заслужили, хлебушек. Давай, Миш, помахай ручкой. Потом тебе кадр какой-нибудь вырежем, какой хочешь. Там по ней вообще нету катамарана. Человек 10 за нами едут. Сапля? Вон сапелька стоит. Да. Программа в мире животных. Пошла. Там у нас книжка будет. Сапелька тут у нас. Да. А с другими мишей с ней плавают? Сейчас, ага. У Любы была кружка непроливайка, соломинка. Вот соломинку она потеряла. Надеюсь, кто-нибудь, кто сзади нас идет на катамаране, ее поднял. Вот. Иначе кружка непроливайка. Ну, снимаю, рассказываем дальше историю про трубочку. Значит, наши коллеги по сплаву впереди девичьего катамарана поймали трубочку. Покажи трубочку. Поймали, да, вот эту трубочку. И передали ее нам. Вот. Теперь у нас есть снова непроливайка. Теперь мы плывем все лежа. Сейчас я покажу. Теперь мы все лежа плывем. У нас все рулевые лежа. У нас сзади все. Не все, Леха. Леха, ты, по-моему, картину портишь, ты один стоишь. Аккуратненько, да. О, какая красивая уточка стоит. А там, видишь, большое семейство утятное. Ну, с кайфом. И просто не напрягаясь, да? Ну да. У нас есть инструктор, да? Дошли до первого места парковки. Вот. Все супер. Карасика не поймали. Вот, на ужин ты на рыбалку пойдешь, Любик. Я? Да, ты будешь рыбачить. Так. И ты будешь рыбачить. Хорошо. То есть ты вообще не удочек не будет, если что. Нет, почему? Голыми руками. Ну то есть ты есть вообще не будешь. Ты понимаешь, берешь, короче, рыбу, видишь рыбу в воде, берешь так пальцем ее, протыкаешь, короче, и все. Ну ты есть вообще не хочешь. Хочу. Нам сказали, что нас сейчас куда-то сводят. Обычно, когда так говорят, как в фильме ужасов, возвращаются не все. Прыгай. Ой. И сам чуть не прыгнул. Есть шахта здесь неподалеку, шахта Кургаза, где добывали бокситы. Бокситы после переплавляли в алюминий. Это в советские времена. И постоянно две проблемы в пещере какие? Кислород, то есть вентиляция, и затапливает пещеры. И ее постоянно подтапливала шахту. И было, она рядом с шахтой проходила. Было принято решение увести русло реки от этой шахты. Мы, короче, хотели их сфотографировать, но они сами там селфи делают. Вот. Вон Леха там наверху, Леха. А водичка реально холодная, прозрачная, но холодная. Пока плохой прогноз погоды не сбывается. И надо, чтобы он и не сбылся. Вот такая погода вообще ништяк. Снимаю. На тормозе проходим, да. Давай, рассказывай. Как это мы прошли пороги? Короче, это были пороги 10 степени сложности. Вот. Не каждый подготовленный там спортсмен, который на сплавах, сможет их пройти. А мы прошли даже не гребя практически. Он только Лёха греб. Снимаю.
На какой тормозне? Им надо в ту сторону. Раз, наоборот. Короче, давай, одни влево, другие справа. Мы выплывем, мы же поплыть обратно. Давайте рассказывайте, что у вас. Давай рассказывайте, что у вас произошло. Давай. Давай. Миш, ты вперед, гребя, а правый борт назад. Нет, давай, Миша, мы назад, правый борт вперед, так уже быстрее. Правый борт вперед, гребите. Это на нашем у нас получается самая трезвая компания, но самая шальная какая-то. Давай разворачивайся. У нас есть весомая отмазка, мы с работы. Все, поплыли задом. Хорошо, не скорость. Включайте камеру. Все, мы плывем задним, мы задним ходом пошли. Нормально. Понимаешь, так могут все. Леха нас развернул. Да, Леша превозмогает вообще просто все. Леха не хочет грести просто. Все, давайте вправо вон за эти засунуть. Холодильничка. Мы. Давай, давай, Леша, за пивасиком, за пивасиком. Че, ты сдулся, что ли? Кидай весло. Уточка покормить. У тебя уточки есть. Будешь кормить? Давай я покормлю. Возьми там одну буханку, только не все скормлю уточкам. Вероника, буханку одну возьми, остальное обратно верни. Кидай. Сами просто спаковываю, да? Ну, правый борт гребите интенсивнее, левый борт может не... Левый может борт не гребсти. Да, конечно! Она все увидела. Давайте, давайте, подплываем. Да вот, подплываем уже, все. На ужин. Да подожди, докинешь. Да вон они уже. Она вон плывет уже, навишу, она умная. Какую побольше, поменьше? Среднюю, ладно. Кидай весло. Опа. Ну и кормят, они убегают. Дай мне тоже кусочек в руку положи. Да ты по-нормальному туда. Какой кусочек? Не, меня кормить не надо. Да, Андрей, я спиной сижу, как я могу кидать тебе? Слишком громкий, у вас утки даже убегают. Надо посильнее кинуть просто. Миша, ты как-то... Они без нас поймут. Вот, смотри, оба просекли. Они вон первый, видишь, ест первый. Они за ним все плывут за первым. О, они ходят в наше русло. И уплыл, смотри, какой. Сейчас они просекут тему. Сейчас не скажу, что там у них сейчас типа 4 ужина просто. Вообще первый самый... Конечно, сейчас мы уплывем, они себя не выдохнут спокойно и пойдут собирать. О, они уже пошли. Почему у нас первый катамаран плывет последним, интересно? Все, давайте, погнали. Так, забираемся тихонько. Опа! Ёлки! Все, я забрался. Все, пойдем в самый конец, сейчас пролезем. Че, все? Вот, ребята, это все. Это все. Не, я бы забрался дальше, там слишком узко. А? Там слишком узко. Узко очень. Очень, да. Ой. У меня фонарика нет.
А телефон внизу. А, нет. Да, внизу. Говорят, заберись, сними обзор. Вот. Вот весь обзор, короче. Лёха, ты тоже решил в щель? Там же узенько. Там узенько, Лёх, очень. Ну, мы тронулись дальше. Но мы будем помнить это, эту достопримечательность. Лёхе она особенно понравилась. Вот. Там это самое, моя жетка. Ага. Наш пиратский катамаран движется вперед. Зачем? Кстати, там у кого-то кемпинг на той стороне. Нет, мне потом не надо будет. Мне вопрос будет про сейчас. Двигаем вперед. Нет, она не то, что мокрая. Ты только это, не проткни тут нам плавсредство. Да, так вот, не проткни. Соломинка нужна была вот для вот этой желтой штуки, которую спасали всем сплавом. Так, у меня 3 телефона. 2 из них я буду продавать. Хорошо. Продавай. Давай прямо на сплаве. Продам телефон. О, нас догоняют. Ребят, вы можете всем привет передать? Всем привет. О. Не, это как-то неприветственно было. Давайте еще раз. Всем отдыхающим, не отдыхающим. Все, все, вот это круто было. Нас опять разворачивает. Где видео можно посмотреть? А, да вот это... На Ютубе наберешь канал 15 миллионов подписчиков и сразу появится. Там будет видос. Он будет в понедельник или во вторник. Я скину потом в общую группу. Мы спочковались, короче. Вот. Нас теперь много. У нас есть целый большой плод. Да. Ты греби давай, пачку. Да. Так а что, давайте сюда и все. И наш плод, получается, будет чилить всю дорогу. Но он, ну, но он самый легкий, на самом деле, нас всего семеро. Примем на борт. Там зазывают в баньку. Любик, ну ты интенсивней маленько греби чуть-чуть. Интенсивней, пожалуйста. Я контролирую твои калории. Твои контролирую калории. О, здрасте, здрасте, здрасте. Время потеряли. Сейчас обгоним. Любик, в смысле обгоним? Гребите, гребите, давайте на весла, быстрее, быстрее нас обогнать хотят. Ну чё, ну... Да я хотел, блин. А, блин, нас берут на абордаж. Теперь нас трое. А вы нас соединились, да? Как-то получилось. Плот сдулся. Всё. Нас конкретно обходят. Они очень стараются. Но они поняли здорово. Они очень талантливые. Что, Андрюха, хватайте тепло. Хватай тепло, хватай весло. Крючком, да, так. Давайте обгоняем организаторов. Что там?
Мы сами знаем, куда идти. Да ладно. До конца доплыли. Ой, казанчик. Мне это нравится. Где? Вот так мы двигаемся. Казан, казан, где казан? Вон казанчик, я его уже привезла. Да, там, там плов. О, да, плов. Вижу казанчик, пловчик. Леха, тащи его сюда. Его сложило. Красавчик Дынчик, передайте им! Он хотел, но не смог, либо утонул. Только деревянного! 3000 платье! Это ты сказал! Кто сказал, как это платье? А мы все гребем. Добро пожаловать. Это банька, стоит, видишь? Добро пожаловать. А, банька. Банька, добро пожаловать. Какая у тебя задача? Так вы поэтому и пристроили, чтобы вы что-нибудь рассказали. Нет. Вот это майская поляна. Ну, по крайней мере, так говорят. Начало майской поляны. Начало майской поляны. Так, мы подплываем к нашей, к нашему месту первой ночевки. Вот. Мы уже почти на поляне. Там палаточки стоят. Утятки. Мы вот пока за хлебом лазили в сумку, вы уже уплываете. О, вот вам хлебушек. Смотри, они уже знают, знают. Сказали занимать любые палатки. Ну вот эти две мы и займем. Раз. Два. Да, вот эти две мы забрали. Сейчас вот эту трехместную Мишке с Вероникой. Вот, Лех, сюда заезжай, в зеленую. Да. Да любую, вон, бери, вот стоит палатка, бери. Ну, проверяй. Так, палатки забили, идем за вещами. О. Смотрим, но... Все здесь, да? Нормально туда. Выбирай на вкус. Ништяк. О, давай, открой, вон тот, похоже, желтый наш. В общем, обзор нашей базы такой. Палатки. Здесь будет, видимо, костер, гитара и прочее. Здесь обеденная зона. Здесь тоже. Но это на тот случай, если вообще много народа, там тоже палатки. Баня, баня, вот. Самый класс — это баня. Из бани сразу же в реку. Люди еще сплавляются. Большой Миша, передай всем привет, кто смотрит это видео. Всем удачи. Почему удачи-то? И привет большой. И привет большой. Да, все, да. Отлично. А что так одеваться тепло? Так сказали же, одеваться потеплее. Пещеру идем. Теплее, какую пещеру? Какую-то пещеру идем, не знаю. Пещеру идем. Идем с фонариками. А дальше свои кроссовки идем, Андрей, в пещеру. Идем с фонариками, в кроссовках, в пещеру. А я об этом ничего не знал. Мы сейчас подходим к КБ. КБ. Вот 150 рублей баночка Амстела. 200 полторашка, это, в принципе, нормальные цены. Ну, кажется, больше, чем в магазине. Ну, так и должно быть. Лёва 150. Лёва 150. Вот это нормально. Это примерно стоит. Вон магнитики, чипсы. Отлично. Вот. Ну тут, ребят.
Но тут на самом деле выбор-то очень простой. Либо вы с собой всю провизию везете, либо закупаете на стоянках. Ценники вы только что видели. Заветная пещера. Все ближе и ближе. Нам наверх. Мы поднялись наверх, а теперь спускаемся вниз. Метро. Ага, метро, эскалатор есть. Ага, спасибо. О, градус меняется, на понижение пошло. Пар изо рта пошел. Отлично. Держимся только руками, на ноги нету смысла. Там дальше лестница с грибном. Она ненадежна, только на руки. И лестница подниматься с грибном. Здесь же будем. По ней спускаемся аккуратно сейчас вниз. По грибну получается спускаемся, да? По грибну вот как. А, по канату получается, да? Вероника. Любик, держись за веревку просто и все, не ищи ногами эту самую лестницу. Просто веревку держи. Так, спустились. Спустились по веревочке. На потолок. Да, сюда в сланцах по-любому ходить не надо. В сланцах не надо. О, Мишка! Да я про тебя. А где наш маленький Миша? Вот он. Вот. Все, да, он тоже с нами идет. Все в сборе. О, здесь уже кто-то свои эти оставил. Реквизиты. Здесь со всех сторон. Да, здесь везде реквизиты. Просто вот просто аккуратно ползтись, потому что у меня вообще на льду. Ну они на льду любят у всех скользкие, это лед. Так. Собственно, мы идем до конца пещеры. Когда ты окажешься в фильме ужасов. И там тебя могут съесть. О, Лёшку все. Лёха, ты здесь, что ли? Как без Лёхи? Я не пойду. Я вспотевший был. Я вторую куртку взял и спустился. Что, все? Это все, там дальше после такой. Да. Да, больше не скажу. Не, ну я маленько. Нет, там дальше ползти-то можно. Нет, сползти можно, там дальше скат идет вниз. Вот, золотые жилы. Не факт, что они тут. Тут есть. Ну здесь, да, тупо ползти. Хотя там дальше как вот ход он длинный. Вот. Туда. Да, туда дальше можно. В принципе, ползти. Вот, но точно не поползу. А знаете, почему не поползу? Потому что карты памяти хватает на 3 минуты. Сейчас она закончится скоро. Как бы я прополз. Что не сделаешь ради подписчиков, пока не сядет батарейка. Опа. И фонарика, или камеры. Вот.
А, ну все, там дальше уже... Смотрите, смотрите, там дальше уже тупичок. То есть можно еще ползти. Вот. Ползи дальше, ладно, я ползу, потом видос посмотрите. Опа. Ну все, вон, видно, в камеру. Дальше завалик. Там, в принципе... А, ну вон маленький лаз. Но его я точно сейчас не осилю. А, меня жрет монстр, помогите! А, блядь! Спасайте меня! И головой, аккуратно. Черт, у него моя нога. У него моя нога. Черт. Я выберусь. Ой. Я напитал ему на морду. Я его набил морду. Все. Я выбрался, ребята. Спасибо, что подождали меня. Так что кто пойдет в Кургазакскую пещеру? Ребят, вы видели, да? Как я там спасался. Там реально живет какой-то монстр. Вот, очень аккуратно. Не ходите по одному. Берите с собой топор. Топор, гранатомет, базуку. Но по одному не ходите, реально. Можете мне не верить, но монстр же был. Вон, меня же снимали, вы же все видели. Вот. Очень аккуратно. Вон там сверху еще туристы есть. Мы их предупредили. Надеюсь, они вернутся живыми. Получил спальники. Выдают под роспись. Залог 1500 рублей за каждый оставляешь. За спальник. И да ладно, я шучу. Их просто выдают. Вот. Вот такое спартанское место. Вот. Я говорил, что мы классно поужинали. Там шурпа, салатик. Вот. Так, добрый вечер, уважаемые туристы. Здравствуйте. 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 Как ваше настроение? Отлично. Мы для вас приготовили небольшой, но очень яркий сюрприз. Вы готовы? Да. Мы его ждали весь вечер, если на самом деле. Нет, значит, вам все рассказали. Нет. Нам нет. Мы еще рассказали. Все понятно. Артурчик. Вот там вот девушку, пожалуйста. Идемте сюда поближе к нам. Там не очень хорошо видно. Арсина, быстрее. Очень большая просьба. Во время огненно-пиротехнического шоу, ребят, вспышки не включайте, ладно? Ладно. Договорились? Хорошо. И за линию огненных чаш на ту сторону не переходим площадку. Договорились? Да. А еще во время фаер-шоу нам можно хлопать. Да ладно! Нам так будет веселее, вам так будет веселее. Договорились? Все, вы готовы? Погромче, погромче! Погромче! Tommy and Gina, they'll back down.
Ha ha ha!